Всем привет, друзья подписчики. Сегодня по многочисленным просьбам хотел показать, как я засаливаю рыжики, в том числе и белые грузди и тому подобное. Ну вот, для начала я двое суток вымачивал бычки наши. Вот, больше не стоит. Воду менял, ну, раза два в день, на ледяную прям. Вот сейчас вымочил их, пора их ставить варить. Переложили наши грибочки в кастрюльку, залили холодной водичкой, включаем. От момента закипания варим 30 минут. Я солю по мамкиному рецепту. Не знаю, у всех разные они, но я солю именно так, горячим способом. Закипят, кипячу, снимаю пенку. 30 минут, выключаем, промываю водичкой, а далее включимся. Обязательно снимаем пенку, чтобы они потом у нас не горькие были. Последний горечь выходит с них. Ну что ж, промыли наши грибочки, я их еще нарезал помельче. Сейчас будем готовить маринад. На маринад нам понадобится 1 столовая ложка, а лучше 1,5 соли, столовая ложка с горкой сахара, три гвоздички, душистый горошек, черный горошек, лаврушечка. И литр чистой воды. Маринад готовлю из расчета на 1 литр. Чтобы вам, кому интересно, кто захочет также попробовать, были понятны пропорции. Ну вот как раз и включаем плиту, доводим до кипения. И варим в маринаде 10 минут. В самом конце добавлю столовую ложку 70% уксуса. И все, будем раскладывать баночки. Грибочки наши закипели. Самое время простерилизовать банки. Я себе вот в ленте купил такие дешманские стерилизаторы на кастрюле. Вот они разные такие и стоят копейки. Стерилизую прямо так вот. Грибами закипается, ставлю баночки. Баночки простерилизовал, теперь добавляю в каждую баночку чесночка, пару зубчиков. Баночки небольшие, зонтики укропа, правда подсохли они у меня уже в холодильнике, но ничего страшного. Ну и перчик душистый и обычный черный. Так сыплю на глаз, лишним он не будет. И все, наши грибы подходят. Осталось буквально пару минут. Будем добавлять 1 столовую ложку уксуса. Все гармовки, сейчас вы видите вот здесь на экране, что идет в маринад. Ну вот, наши грибочки докипели 10 минут. Добавил я уксус туда. Сейчас прямо на горячую буду складывать в баночки их. Разложили наши грибочки в баночку. Сейчас один момент. Берем масло растительное. И буквально по чайной ложке наливаем поверху грибочков. Ну вот и все. Закрываем баночки крышками. Убираем в теплое место.
накрываем шубой, полотенцем или чем вы там хотите. И оставляем остывать. После остывания убираем в холодное место. Я, например, сначала ставлю в холодильник на пару дней, потом уношу в погреб, опускаю. Аналогичным способом можно мариновать не только бычки, грузди, также белые. И лисички также мариную этим же способом. Получается очень вкусно, ничего не портится. А кому понравилось данное видео, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал, если вы еще не подписаны. И до скорых встреч. Пока-пока.